Да. Папа, Кирилл как красиво. Это Кирилл или Андрей? Андрей. Там зачем девушки сегодня бежал? А мы это знаем. На моей площадке я бы не знал. Молчат. Кто бы тебе не сунул, сколько раз мы говорили? Тебе попалось или не говорят, что тебя нет? Нет. Я видела вас сначала. Но запомни, у нас маски деревенские очень беспокоятся. Не брал телевизор. Тарас, давай быстрее. Это только трусливый мальчик так делает, а мужественный никогда не тронет девочку. Даже она его будет бить, прости меня, и тогда он ее не тронет. А ты видите, попросили ему покачаться, и он сразу ногами, руками. Я три насчитала. Ты знаешь, где я буду? Нет, там больше. Больше, да. Я отсюда не уеду. Вам там ближе. Если ты девочек будешь обижать, запомни, не уедешь отсюда. Те мальчики деревенские заступаются за девочек. Смотри, очень сильно. А где лагерь наш? У нас тайный разговор. Ты прям... Все тайно станет явным. Ваня! Ваня! Просто сюда, они проехать еще не могут. А ты спокойно сидишь, ложишься спать. Устроил ты мне канитель. Я знал бы это дело, даже ни одного не отпустил бы туда. Так хорошо пошли, так вернулись. И только ночью обнаружилось, что такой разговор был. До одному, до другому, до третьему. А они плетут-то что? Ему лишь бы вырваться. Ты же знал это прекрасно. Такую свинью подложили мне. А что с ним спрашивать-то? Человек первый раз слышит, видит. И в интернете везде говорят, на глазах заметно, какие изменения в нем. Он никогда ничего не видел, вот он как бычок. Он уже начинает задумываться. Телефон, да, после ребятишки дал телефон моей пастве. Они были там. Ну а он-то по телефону теперь-то. У нас не положено. Ему родители звонят каждый день, я прилагаю его ухо, они слушают, и все нормально. Они видят, главное, родители видят в них изменения. А здесь нет ничего. Он дал им телефон. А что они говорили, ты слышал? Да нет, конечно. Да какой же ты после этого? А он попросил. Так в этом-то и смысл, что ты-то не робот, ты человек. Ты знаешь, нельзя. Идет сказ. Не положено. Не положено. Вы каждый день, родители звонят 2 часа дня. Ни одному не было отказано никогда. Ни одному никогда. Зачем ты тут нужен? Прокладку сделал из себя. Доброта твоя мне вот таким вот боком стала. Они сейчас звонят, не могут ни проехать, ничего, ломятся. И знать еще не знают. Да ничего этого нету, что он сказал. Да ничего не было, они придумывают. Потому что сатана, говорит, наворачивает в башке. А теперь они проезжают, где сели. Ну теперь что дальше? Ерема, иди поезжай, бери отца и вытаскивай. Я же не могу так сказать. Вот прям на ходу что-то сделает такое. Пошли, помолились, 3 поклона сделали. Ты-то с нами не был, не молился. Притом не из-за чего. Я знаю, какой ты добрый, у нас отношения хорошие. Но вот эта вот бесхарактерность ваша, в кого ты такой-то? Вам понятно, о чем говорю? Да. Кто вчера разговаривал по телефону? Иди сюда. Еще кто разговаривал? Ну кто разговаривал еще? Еще молчишь-то, вылазь. Еще закрылся-то. Вы понимаете, мне как, что устроили? Я не могу телефон не отключить, ничего, они непрерывно звонят, у них телефон садится. Они ни навигатор не могут там уже ничего сделать.
73 километр. Надо проехать. Они там пометались. Не съезжайте с трассы. Не съезжайте. Помощи никакой не будет. А какая помощь? У меня ничего нету. Что, надеяться на Игоря? Игорь и так день и ночь вот так вот крутится. Мы перед ним, говорится, до гробовой доски все должники. Я не могу за каждым посылать куда-то. Так, Андрюша, я маленько поближе подойди, чтобы я тебя услышал. Вот это от Андрея. Тут еще у нас Андрей есть. Вот так. Скажи, ты на понедельник мог бы машину, если Витя не приедет, съездить в Барнаул на нашей машине? На вашей? На нашей. Люди приезжают. Понедельник. А? Понедельник, да? Да, понедельник, 6-й, это понедельник будет. И там люди сразу с Краснодара, то есть с других областей, они там собрались и приезжают в одно время. И спрашивают, что надо. Ну, я сказал, ну еще надо хлеба. Ну, если уже можно, ну хлеба, кирпичей это. Ну, если можно, ну, печенье возьмите, несколько ящиков. Ну, если уже можно, так сахару немножко, 200 килограмм. А если можно, так нам надо 2 бульдозера, плотину. А если можно, так маленько для лагеря. То есть, если они купят 4 мешка, один мешок сразу домой заводишь сахару. Ты... Люди-то едут хорошие все, на крещение едут. На крещение. Знатные, очень знатные. А они и, они говорят, нам они говорят, думали так, мы там наймем машину, посмотрели, а там кажется 6 тысяч. Так вам-то на ноги дешевле, а мы эти деньги на лагерь откинем. Тут все понятно. Их кажется человек 5, но наша-то машина с шофером на 7. Вити нет. Если Вити будет, вопрос снятый. Но Вити нету. И когда он приедет, тоже неизвестно. Ну, только ты. Больше никого. Да нет. А продукты... Я-то никакой. У меня ничего нету, кроме велосипеда. Вот у меня транспорт. У меня никогда ничего не было. За документы. Ну, боль перекатная. Андрюша, ты имей это в виду, как они только покажут и нету. Я тебе просто. Ты ездил. Машина-то, знаешь, она на ходу. Документы-то где на машину? У кого? О чем речь? Документы все лежат в машине, наверное. Мы найдем. Ключ у нас есть. Виктор там. Еще чего хозяин здесь. Да. Не требует ни печати, ничего. Да. Доверенность от руки написал, больше ничего не требует. Страховка без ограничения, она да? Не нужна доверенность. Да нет. Сейчас без доверенности. Да. Вот такое дело. Где я с этим-то не рассчитался? Рема, помолись о нас. Потому что тебя больше всего Господь услышит, потому что это от тебя пошло. И больше никогда не делай так. Никогда не делайте этого. Никогда. Мы договорились с родителями. Все телефоны сдают, ничего не звонить. Звонила? Вон стоит одна голубушка. Тоже звонила. Я-то ведь на распутье какой-то. У нас все идет нормально, все гладко. И вдруг вот так вот становится все. Ты понял, просьба какая? Помолись. У меня хорошие отношения с тобой. Ну, потверже будь, скажи. Нам нельзя, и на этом все. Селом у тебя никто его отбирать не будет, телефон. Главное, с тобой пасти легко. Они возвращаются, дети довольны. И вдруг вчера, сегодня утром я узнаю. Оказывается, вот такая история. Ну-ка, подойди сюда. Вот из одной семьи их трое, девочка приехала. Никогда не знал даже. Ни одного замечания. У нас была Лера еще, увезли это мухи, кости. Этого девочка, их тут два брата, вот ее брат меньше. Подойди-ка сюда. Ну и старший брат, где он тут? Да. Вот он стоит. Это может не отказано быть, это уж желание принято, но этот решить, он томится. Ему нравится все, ну, если веры нет, представьте, среди нас быть. У нас постоянно молитва, идем в храм, но если тебе веры нету, значит, на зиму, чтобы ты... Я уж не могу еще говорить, выпросил у Бога веру. Чтоб твои каникулы-то были в радость. Ну представьте, человек, я верю во Христа, и вдруг меня в какой-то кришнаитский лагерь, там, к йогам, еще я там буду делать. Как я буду томиться-то? А заставляет подчиняться, он становится, все. Ну, забывает где-то. Я им пример ставлю, я звать их говорю. Вот сколько она уже была здесь, ни одного замечания, на работе хоть где. Она вся самая маленькая. У меня маленький слева девочка стоит, а справа мальчик. Кто у меня справа стоит? Одним глазом смотрит. Ну-ка, встань сюда. Запомните. Вот это Тимофей. Вот, Тимофей и Вика. Они требуют самой большой защиты. Поэтому мне морковку дают тереть, и огурцы, когда привозят кто-то. А я тогда всеми этими делюсь.
Поддержка. Тут у меня еще один есть маленький. Тарасик. О, где он? Вот он где. Ну, это моя компания. Вот, видишь как. Вот так. Потому что вы тоже были знакомы. Может, нас не будет, она приедет. Как только сошла, и вот в этом плане, в этом платье у нее такое, прям шикарное. Ну, сразу же дежурным поставили. Нигде ни одного замечания. Даже если бы я стал ее ловить, то ни на чем бы не подловил ее. Нигде. Смелое, открытое лицо. Всегда говорит. Если дали собирать что-то, она собирает. А колонию надо ставить ваши, чтобы они смотрели, подражали. Ее не надо заставлять. Понимаешь, вот Господь дает нам утешение. В новом поколении иногда встречаются вот так. Ну я уж не говорю о наших, которые церковные. Это само собой понятно. Это наши люди, они ходят в храм. И замечаний вообще нет тоже ни одного. Но это со стороны. Ну, на завтра, если Господь благословит. И где-то там едут, застрянут, не застрянут. С одной ведущей, передней. Не знаю. Не ехали, уже не меньше 10 раз звонили. Отправить домой надо. А? Не доедут они. Ну не доедут, я и говорю, вы с трассы не съезжайте. Ну все у меня. Еще объявление, кто не знает. Во вторник, 7 июля, с 9 до 6 не будет света. Весь день. С 9 до 6. С 9 утра до 6 вечера. Да. Вон дядя Коршун какой серьезный. Так что имейте в виду. Ну, голубей моих надо. А мы его даже не положим. Олеся как-то скучилась. Так, дядя Володя, обрезала надо с хлебом. Да. Ну давайте, по два за руки идите. А где грязь, там по одному. Я там все черное. Так, остановитесь пока первые, пусть они построятся за вами. Только не в яме. Вот здесь так. Куда? Куда потом? Стойте! Куда потом? Че, как эти? Куда потом?